посередине так, ничего. Последние два цулик на сегодня. Хотя не на сегодня брешу. Разогнался. Мы сейчас чайку попьем. Да. Перекур. Перекур небольшой. Раскопали мы здесь, конечно, территорию хорошую. Вот тут это все копано, перекопано. Туда дальше. Сюда. Вот, смотрите. Гора. Короче. Адские шутки. А ну-ка. Еще один. Жесть. Вот это мы хворі. Так все. Мы так и творим. А? Сколько тут? Что у нас тут уже нарыли? Ну, полтинников. Приличная кучка тоже. Смотри. Да? Смотри, ну, сколько. Ну, только два со звездами. Ну, как хорошо, хоть не один. Капец, да, ребята? Да, красота. Это вам не... А эти все два цулики, пятнашек нету, да? Да. Чистенько. Это вам не советики про какашку так, копать. И что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать уже полтинник. Прекрасно. Раз, два, три, да, четыре, пошли. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, если я не ошибаюсь. 20. У меня батарея, ребята, садится. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 штук, да. 20, да? Все да. Поровну. Да? Да, четко. Четенько. Поровну все. Идеально. На две семьи поделим. Пара мы как раз ходили. И главное, что два со звездой. Как раз там тоже четенько нам. Каждому не обидно будет, что кому-то достанется со звездой, кому-то нет. Круто. Нам придется, конечно, вот этот поцарапанный. По одному, да. А где царапан? А, вот все сбежит. Или нет, или да? Нет. Все, вот. Угу. Вот, видишь? Да, это мой. Это ты зато бы еще накопцевался. А ты видишь, железяка продаешь, что до него было. Так бы и не нашел на поле. Глянь, до железяки. Там... В жестяной банке было, стопудов якийсь. Может быть. Да. Ну на этом тоже вот желтоватый. Железо, да. Окислое железо. Я же и так обратил внимание, какие-то мы выкопали. Ладно, железо. Друзья, потом еще покажем. Какие классные.